Иммобилизационный спинальный щит передали одинцовские активисты «Единой России» и депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков военным медикам, которые работают в зоне проведения спецоперации. Передали носилки, которые необходимы, именно твердые, вот, которые необходимы там для с поля боя, выноса с поля боя тех, у кого повреждены конечности, позвоночник. А так периодически мы оказываем гуманитарное в виде продуктов. Семен служит в регулярной армии стрелковой дивизии в 195-м отдельном медицинском батальоне. Его супруга Наталья активно участвует в сборе гуманитарной помощи. Запросы от солдат идут регулярно. В приоритете медикаменты и предметы первой необходимости. По гуманитарной помощи, конечно, огромное спасибо всем, кто не остается в стороне, потому что это очень большой вклад, на самом деле, людей. То есть большое спасибо и партии «Единая Россия», и всем волонтерам, которые нас поддерживают, помогают, не остаются в стороне. Также в рамках акции «Добрые дела» в Одинцовском штабе «Единой России» Дмитрий Голубков провел встречу с военными врачами. Парламентарий регулярно общается с жителями округа. Записаться на прием можно по телефону 8-915-351-17-21. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».